Ребята, привет! Ну что, мы начинаем снимать мою часть видео, которая называется «Правда или действие». Я буду подходить девчонкам, задавать им вопросы. Я надеюсь, что у нас получится веселое видео в красивых местах, как вы любите. Все, погнали. Конечно же, первая у меня будет Маша. И у меня к тебе вопрос, который называется «Правда или действие?» Действие. Отлично. Ты должна подойти к любому человеку здесь и сказать, откуда ты, и познакомиться. Ну, не познакомиться, просто сказать: «Привет, я отсюда, я из Кирова, ты знаешь такой город?» Или что-то в этом роде. Я поняла, что ты про мальчиков. Ну, тебе к ним. Привет. Меня зовут Маша, я из города Киров, а тебя как зовут? Георг. Ты отсюда? Да. Очень приятно познакомиться. Нравится Грузия? Очень. Да. Следующий вопрос у нас будет для Тани Стариковой. Правда или действие? Я очень хочу, чтобы правда, потому что так сытно, так вставать. Ты хочешь? Если бы у тебя была возможность выйти за какого-нибудь знаменитого чувака, какого-нибудь знаменитого парня, кто бы это был? Правда или действие, надо спросить. Давай, правда. Давай. Слушай, мне глаза разбегаются. Да, ты на машинке все. Ну, начнем с первого. Наверное, Тимберлейк. Он приятный. Что? Да. Сладкий такой. Но мне, я уже, знаете, их сюжет по семейной жизни. Молодец. Вообще. Музыкант, может быть, кто-то. Мне кажется, что очень приятный вот этот вот симпатичненький из One Direction. Гарри. Только фамилия. Имя не помню. Гарри. Гарри Смит? Пусть будет Смит. Все англичане, которых я не знаю, они все Смиты. Какой ты есть прям вот душка-душка. И вот я совсем... Бибер! Бибер! Да, я... Ты весь татушка. Слушай, Бибер, он очень душевный, мне кажется. Ну, то есть мы просто об этом уже не можем узнать, потому что мы немножечко в разных компаниях. Наш ответ на Бибере. Да, Джастин Бибер. Call me. Нет, Джастин Бибер. Call me. Ты опоздал. Так, вопрос номер 3 у меня будет уже задан Алене. Угу. Вопрос будет немножко каверзный. Пойдем. Давай. Ты готова? Да. Кто из тех блогеров, сюда, кто сюда приехал, тебе не нравится? Мне не нравится? Да. Не, прям чтобы мне кто-то не... Правда или действие? Правда. Чтобы мне кто-то не нравился. Нет, просто вообще у нас, мне кажется, классная компашка сложилась. Веселая, главное. То есть правда. Вот, класс. Да. О, прошли. Мы это отвечаем, мы да. Секунду прям. Сейчас придем. Да, окей, вниз. Вот, но с кем-то в разные периоды проще общаться, с кем-то сложнее. Так красиво отвечаю. Просто, ну, не со всеми прям ровно одинаковое, причем очень странно, что с кем-то бывает. С Машей, например, мы иногда вот так вот сидим, а иногда мне кажется, что она такая, кто меня сливает человек? Конкретно. Ну, непонятно, вот как-то все очень... Все абсолютно разные. Классно, ну, новые эмоции какие-то, ну, вообще, мировоззрение, да, и абсолютно разный темперамент, потому что я такая больше техушница, на самом деле, чтобы меня раскочегарить, надо постараться. Вот, а вы вчера такие... вечером постарались. Да, вчера у вас получилось. А вы такие. Так что пойдемте есть. Да, вы пошли есть. Первый вопрос есть. Я слушаю, я Итак, внимательно. Ну. Вопрос номер 2. Давай. На твоем канале никто не видел никогда твою маму. Я предлагаю тебе показать твою маму нам на фотографии. У меня нет фотографий. Ну, придется найти. Нет. Правда или действие? Действие, она очень не хочет кадр. Действие. Как насчет того, чтобы... Как заметила, а? А тогда я тебе предлагаю... Тогда я тебе... Мама смотрит мое видео? Моя мама очень любит твое видео. Она и тебя знает, и Бешко, она мне все время про вас новости рассказывает. Тогда твоя задача... Мы сейчас находимся в Грузии, правильно? Да? На площади. Я тебе предлагаю пойти вон к тем людям, где их много, и станцевать. Вы как? Нравится? Ты пойдешь со мной? Ну, я с камерой пойду. Пойдем? Тогда я разрешила Тане выбрать ее песню, которую она хочет. Вот те, кто слушает мой плейлист ВКонтакте, они лучше всех меня знают, потому что музыка – это прям вот вообще... И, между прочим, мне сейчас практически легко, потому что я в городе, вставляю наушники и танцую. Я хочу тебя
близко снять. До тебя дошла очередь. Давай. Вопрос. Вопрос. Правда ли, что ты готова на все ради кадра? Ну, допустим, да. Правда. Так, давай камеру. Командой. Аккомпанировать не будешь? Настя хотела какое-то очень интересное действие для того, чтобы это видео набрало больше лайков. И я предлагаю вам прямо сейчас его поставить. Потому что Настя сейчас снимает свои босоножки и идет пешком. Шок-контент! На минуточку! Это очень жестко! Ну, извини, ну ты... Настя, мне на самом деле кажется, что тебе будет даже умнее. А можно я красиво... А как она потом вообще войдет в автобус? У меня есть целых 15 секунд снять, как у меня... И вот так. Мне кажется, в следующий раз. Вот так как-то резко заканчивается наш с вами вопрос-ответ, правда или действие, потому что у нас, правда, было очень мало времени с девчонками. У нас было всего 3 дня, я начала снимать на 2-й, и помимо нашего влога, что мы там снимали, нужно было еще это где-то впихнуть, не забыть. Но я надеюсь, вам такой хотя бы кусочек понравился. На самом деле, у меня остался один вопрос, который я не вставила. Интересно. Вопрос очень следующего характера. Да, иногда. А вы нет? Потому что он оказался... пошловатым. Я решила его не делать, потому что я Машу люблю. В общем, то, что есть, то есть. Спасибо за просмотр. Пока.